есть поразительная деталь относительно гроба Господнего, то есть того места, где Иисус был похоронен. Сюда приезжает много паломников, возможно, это одно из самых посещаемых мест. Люди проделывают огромный путь, стоят в очереди, затем входят в пещеру и обнаруживают, что в ней ничего нету. Интересно, что именно это обнаружили и женщины-мироносицы, которые пришли к гробу в день воскресения и увидели, что гробница пуста. И сегодня люди не успокаиваются, они идут сюда и проверяют, пуста ли, пуста. Гробницы никого нет, она пуста. Почему? Потому что Христос воскрес.